ротик рабочий, ну, как тебе сказать, ну, видишь, разговариваю, ем что-то. Ну, сосать нет, не сосу. Моя супермодель. Ну, это пока. Кто его знает? Что в жизни может быть? Сука. Ой. Ты моя супермодель. Да, ну да, я уже ни от чего не зарекаюсь в этой жизни. Я уже поняла, что как только ты говоришь «я никогда не...» Все, сразу. Оно самое. Настя, как я тебя с косичкой? Спасибо большое. А что произошло? Приветики, пистолетики, привет. Спасибо большое. А что произошло? А почему у меня из 100 с хуем? У меня было почти 200 человек в команде в ТикТоке. А сейчас 19. Я надеюсь, это просто... Это же какая-то шутка? Это шутка? Ты прям такая идеальная. Подвох. Все жалуются. Аж у меня было 200 человек в команде. Даже больше. Что произошло? Куда? Спасибо, ребят, большое. А как это возможно? Спасибо большое. Не прочла. А что ты написала, Цай? Очень нравится. Вообще огонь. Очень нравится. Да? Ну, бля, а как это возможно? У меня было 200 человек в команде, а осталось 19. Бля, у меня глаз задергался. У меня всего-то 2 недели не было в ТикТоке. Что произошло? А как так за секунду выбросило? Как так могло за секунду выбросить? То есть до этого все было ок, быстро сердечко мне подарили команды. Ни хрена себе секунда, которая... Я тону в твоих глазах. Блять, Настя. А кто этот, кто вот это вот со знаком евро? Он тебя знает. Меня знает, походу. Читер какой-то. Брови огонь. Спасибо большое! Петр, спасибо, очень приятно. Нет, ну серьезно. А как это так? Из 100 человек, из 200 человек, даже было 200 с чем-то, наверное. Осталось 19. Я буду жаловаться. Я буду жаловаться срочно. Все. Кому писать письмо? А куда мне, бляха, жаловаться? Я даже жаловаться не знаю куда. Нет, ну это что? Это какое-то издевательство? Мне пиши. Хорошо. Батьке. Да при чем тут батька для ТикТока? И он не ведает, что это так, такое. Всех благ. Спасибо. А кто ты? Ты можешь сказать, кто ты? Ты просто как будто бы нас знаешь, зашел и ушел. И... Спасибо. А я дальше полета. Спасибо большое. Я не поняла, правда, кто ты, но ну ладно. Это, походу, останется загадкой. Загадка. Ну ладно, я тебя запомнила. Нет, а как такое возможно? Ну-ка, ребята, дайте мне вот эти вот сердечки вашей команды.
Я Андрюха из Германии. Я Лиза из Беларуси. Новый профиль. Я видела. Спасибо большое за браслетики. Ой, кстати, ребята, нам нужны браслетики. Нам надо в рейтинге подняться. Ты моя супермодель, мой сумасшедший коктейль. Мы это пара, он пара, и нам все по барабанам. Я не могу. Где Киара? Как она? Где она может быть? Дома? Как у нее может быть дела? Все у нее прекрасно. Все у нее замечательно. Не переживайте. Ник, привет. Ты моя супермодель. Нет, я не поняла. Как такое могло произойти просто? Я что-то вообще не одупляю. У меня было столько человек, 200. И осталось 19? Нет, я не поняла. Что делает тебя особенной по сравнению с другими девушками? Я умею зарабатывать денежки, причем хорошие. Можно я сразу льва кину и пойду? В смысле, можно? Нужно? Можно? Спрашивает он еще. Ну ты какой-то несерьезный. Не, львы уже были, льва не хочу. Хочу феникса опять. Ты это Галя с какого хутора? С того хутора, где твои мозги похоронены. Нужно. Ты ждешь кого-то? Да. Да. Последнюю жду девочку. Ты моя супермодель. Мой сумасшедший коктейль. А вот я такая. Ой, завали ты уже. Я не могу. Ты знаешь, какая умная девочка? Сегодня на ночь поставила электронку с испарителем на зарядку. Как ты думаешь, что случилось с моим испарителем за ночь? Пить-то хватит, а это специально для тебя. Привет из Минска, это же из Минска. Оу, Амида Мара, здравствуйте. Убежал. Да. Испарился, все, сгорел он нахрен просто. Привет, дорогой. Спасибо за подписку. Ну, это жесть. Это просто жесть. Всем привет. Ты моя супермодель, мой сумасшедший. А нет, не я. Я только за компом. Ой, очень красиво. Сделай дело, гуляй смело. Ничего себе, это что за новое? Подарочки полетели такие интересные, с кисами, мяу-мяу. Прикольно. Я думала, ты мне скинул, типа, как я за компом, как я ночью сижу, работаю постоянно. Привет из Астрахани, привет из Беларуси. Киара танцует, да. Давай хоть куплет уже. А я, ты думаешь, я что, слова выучила? Я только помню то, на чем я снимала сегодня ТикТок. Значит, там что было? Ты моя супермодель. Я что, толстая? Почему слон? Ну ладно, я еще не видела слона. Но почему слон? Это как балалайка. Алекс. Мамаев зашел, значит, мне накинул шляпу с усами. Потом...